Привет, Валера, меня зовут Денис, я новый стример. Можно я попробую подсесть к тебе? Так, ну что, студенный пошел в бой. Скоро придет наш день. Надежду крепить надо. Хуйня началась. Заткнись, это наше, понимаешь, отечественное. Я не могу пройти мимо нашего. Это не ведьмак, это убийца ведьмака. Это лучше, это наше, отечественное. Это та игра, которая плюнула на создателя ведьмака. Переплюнула по всем параметрам, чел. Ведьмак нормальные люди не играют уже, это старье. Это наше, отечественное, смута. Огромная игра с открытым миром. Обратите внимание, как специально поставили сюда типа какую-то хуйню, чтобы дырку было закрыть. Понял, чтобы же я не пошел сюда, потому что все-таки мир-то открытый. Нужно как-то этот мир открытый обойти, потому что там же все-таки преграда у нас стоит, правильно, Юрочка? Тихо! Смотря, студенная. Опа! Ну! Пошло. Студенная. Да, сука! А могут они на полях работать? Ну, контентище. Да кто ж знает. Что еще припомнишь странного? 4 утра, а этот, блядь, студенный. Я нет. Тихо. Я знаю, кто может. 4 утра люди спят, ты этот студенный хуярит. Заткнись, пена. Знаешь, чего не хватает? Типа, подходишь к челам, и постоянно какие-то диалоги, что были. Они какие-то вообще рандомные, то не пойми, из уст кого звучат. То есть, ну, их очень мало. Люди как бы двигаются, ходят, они больше как картинка. Не похожи на что-то живое. Картинка просто. Хочется более вот это, чтобы живые все были. Студеные. Сколько можно ждать операцию в КС-ке? А ждать не нужно. Операция Jungle Blade на Epic Drop — это лучшее, что могло с тобой произойти. Почему? Да потому что операция стоит 600 рублей, но для тебя по специальной ссылочке снизу она бесплатная. Экономия на ровном месте. Да потому что первый квест операции — это подписка на соцсети, открытие бесплатного кейса и прочая легчайшая хрень. Да потому что уже за 15-й квест ты получишь случайное тайное АВП, за 30-й и 45-й перчатки, а за 60-й последний квест операции ты получишь гарантированный бесплатный нож. Операция продлится всю весну. Прогресс квестов сохраняется. Выполнять задания можно хоть каждый день, поэтому советую начать тебе прямо сейчас. Ссылочка находится снизу. Вот здесь у тебя открытый мир или закрытый вот в этом месте? Да, объясни, пожалуйста. Ты должен присесть и пролезть, правильно я так понимаю? Если мир-то открытый. Ну он же открытый мир или закрытый? Ну ты же видишь, куда идти, там вроде как, ну есть куда идти, да? А почему мы закрыли мир тогда, родные мои? Твою мать, по-моему, я застрял, блядь. Хотел мир открытый исследовать, но в итоге застрял в Геодате. Тому ты что ты, родной, делаешь? Да уж не в грехах покаяться! У Васьки душа чернее дегтя! Ему человека диалога загубить, мало, хотелось бы еще на полчаса. Плюнуть. Заткнись, похуй. Зато наше отечество. Ладно, спасибо тебе, крепко помог. О. Вот, держи алтын. Ты, Юрий Дмитриевич, деньги лучше побереги. А коль совсем карман жгут, Минина спроси. Он любой монете рад. Вот тебе раз. А меня-то как узнал? Сам же сказал. И видишь всех, и знаешь. Блять, по-моему, вы уже попрощались. Так чего удивляешься? Нихуя. Правду говорят. Не по одежке человека судить нужно. Да ты шо? Не по москвичу человека судят. Каждое задание в этой игре более захватывающее, чем в ебаном ведьмаке. Ведьмак вообще близко не стоял, говно. Ведьмак, иди нахуй. Геральт будет уничтожен Юрием. Раз и навсегда. Заплатите ведьмаку вот эту монету, больше такой говна песни не будет ни от кого. Будет новая песня. Заплатите Юрию за студенную. Вопрос-ответ. Здравствуйте. Что случилось? Как это произошло, интересно? Понятно.
кажется, обязательно это надо было? Про русскую там, потом тут. Открытый мир настолько суров, что прогружается каждые 20 минут. Пожалуйста. У, сука. Попался, голубчик. Да ты ж. Попался, голубчик. Студеный голубчик. Ваня, Ваня, простота. Купил лошадь без хвоста. Блять, провалено задание. Вас заметили. Да ладно, я думал, не заметит. Я хотел присесть, но что-то он не присаживался. Видимо, студеное не попил. Попался, голубчик. Да. О, сейчас присел. Пещера. Чел в пещеру пошел. Сейчас будет светло, кстати, в пещере. Смотрите, на улице ночь, а в пещере светло. Да? Ну так, нормально. Смотреть пещеру. А, тут и студенная недалеко. Значит, здесь будет сейчас экшен. Смотри. Это польские агенты. Ну, тут сейчас стелс будет работать, как я понимаю. Пошел первый смотрю. Кто там ходит? А ну покажись. Да никого нет, еще ебался. Попутал, перепутал, что ли, дурак. Сейчас получишь студенного. Блять, открытый мир, я не могу открыто подойти к нему. Сейчас выебу. Сам не ожидал. Дальше, студеный следующий. Работаем, работаем. Сам не ожидал. Нормально, стелс все-таки работает, да. Вообще есть. Опа! Да ты шо? Ебать, да ты вот, ты крутой! Ты реально справился! Опа! Да ты шо, ебать, матрица сосает! Ля, рейдбосс, да ты шо, сука! Рейдбосс, нахуй, я по стелсу работать буду, родной! Ничего, что я сейчас этого по стелсу ебну? Ничего! Ну чё ты, блядь? Я этого сейчас по стелсу убью. Ну чё ты, гусёк? Подожди. А, мне с тобой поговорить надо. Извините. А, нет, не получилось у меня. Стреляй, родной! Стреляй! Ух! Ебать ты, зверь, сука! Ебать, да ты шо, сука! Вот и все. Хотел земли русской, так получи. Два аршина в длину, три в глубину. Изи.
Ну чё, как вам игра? Я в восторге, блин. Оторваться не могу. Сама больше это жду диалогов. Диалоги хочу, чтобы было прям много диалогов, чтобы я мог кайфовать от диалогов. Что за смута смутила деда, и он играет в смуту? Что за прикчик? Смуту полная. Вырубай по многочисленным прозябам чата. Да все молчат, смута какая-то москвичевская настигла, как пилина. Никто не ее не свинит. Весь чат кайфует и балдеет. Весь чат просто балдеет от смуты. Все хотят больше смуты. Поэтому я растягиваю удовольствие. Понимаешь, а то сейчас, блин, буду играть постоянно в смуту, пройду ее и все, блин. А все хотят смаковать. Поэтому я в день немного играю в нее. Чтобы смаковать. Хватит пиздеть. В смысле? Кто это сказал? Кто это сказал? Нихуя себе, вы слышали? Я ничего не говорил, классная игра, блин. Что за прикол? А кто это сказал? Никого нет. Жесть. Тут открытый мир, конечно. Полностью. Просто я еще пока не начал исследовать его. Потом сюжет пройду. В Нижнем Новгороде Юрий нашел и друзей, и дело, за которое стоит воевать. Опа. А вот служба Кручини начинала его тяготить. Боярин держал свои планы в тайне, и Юрию это не нравилось. После недолгой отлучки Юрий приехал в стан ополчения в Ярославль. Все больше городов присылали свои отряды в ополчение. Но чем больше воинов, тем больше свар. И Юрию предстояло не только бить врагов, но и мирить меж собой русских воевод. Процесс пошел. Иван, ты который год как собака бродячая. То есть приходится князю Пожарскому ужом виться, чтобы союзников не растерять, да бояр не обидеть? В точку. Глянь, нет никого подле Дмитрия Михайловича. Подойди, нет, поприветствуй. Ну, глядишь, и к делу какому-то. Сюжет, конечно, поставит. Крутой здесь. Бесспорно. Ну, такой вопрос, а беременная реально вышла или нет? Новая серия. Студенная. Здравствуй, Юрий. Давненько не виделись. Тьфу. Опять дело. Семен, не стой столбом, тоже подойди. Отправляйся в лагерь, что за стенами. Да побеседуй с тамошними воеводами. Я что-то не пойму, что там у них происходит. Но не, стрельцы и собачья, как будто наускивает их кто. Это действительно прорыв? Разберись. Ну, для наших накажи, создателей, если это надо, прям супер. И вернись с докладом. Исполню, князь. Я надеюсь, в таком темпе наши будут делать еще больше и лучше игр. Вот. Совсем скоро мы уже забудем о всяких европейских фирмах, американских, Activision, там всякая эта хрень. Оно уйдет в небытие. И наши, они будут, как всегда, везде, впереди планеты всей. Это правильно. Так, я не понял, что диалог какой-то пропустил еще. Дела сделаем, да на охоту махнем. А, понял. Понятно, ну хорошо, а дальше-то что? Где выход-то? Студенный выход. Печка блатная, конечно. Вот смотрите, я сейчас схожу по зданию. Хочу сюда пойти, вот видишь... прошелся вообще без проблем. Туда, собственно. То есть открытый мир. Вот смотрите, сейчас хочу сюда пройтись. Просто. Я просто беру и делаю это. Все. То есть, ну, открытый мир полностью. Вообще никаких проблем. Все идеально. Пейзажи Айвазовского. И всех подряд. Репина, Айвазовская. Ну, тут все, короче, собраны воедино. Это действительно видно, это прекрасно.
красивая, действительно классная. Ну, приятная. Вот смотрите, просто... Ну, реально, нас, ну, прорисовка, точнее, мира сделана красиво. Но взаимодействия с этим миром очень мало. Хотелось бы больше взаимодействия. Со всеми персонажами подходить, болтать, допустим, больше диалогов бы было бы. Вот, допустим, почему я не могу подняться? Почему? Мир-то открытый. Эй, вы трое! Ой, дождется он! Я тебе говорю, тут как-то частично некоторые челы прям общаются, некоторые не общаются. Частично, как будто реально недоделано. Реально, блин. Скайрим он близко не стоял. Бетхезда вообще, она уже, блин, на второй план ушла после появления смуты. Вся Бетхезда. Могу здесь находиться, могу сюда уйти. У меня открытый мир, мне похуй. Опа. О! Ебать, да ладно, он даже тонуть умеет. И что на это скажете, а? Вот и думаете, это вам не дерьма, кто-то ваш. Я вообще думал, я дату провалился, он, оказывается, утонул. Да ты шо, по новой, да иди ты. Под хорошая игра, но пока что что-то как-то хорошего понемногу, что называется. Хорошего понемногу, товарищи. Ну а чё, блин, я сейчас пройду ее за один день, да что это такое-то? А я хочу подольше наслаждаться студеной нашей.